Всем привет! В нашем магазине большой выбор подкладочных тканей. У нас есть много разных цветов и также по плотности. Давайте перейдем на витрину и посмотрим же, что у нас представлено. Одна из популярных тканей для подкладки куртки или пальто – это фольгированная подкладка OmniHeat. Она вот такая вот с маленькими блестящими ячеечками, гладкая и довольно мягкая. Мягкая, пластичная. Немного шуршит, но совсем минимально. OmniHeat – отличная подкладка, она немного задерживает тепло внутри, поэтому хорошо ее использовать для курток, для верхней одежды. Идем дальше. Также у нас есть подкладочная ткань тафета, принтованная. Например, маленькая клеточка или вот такая вот клетка. Также хороша будет для подкладки куртки или пальто, также комбинезона. Подкладочная тафета есть у нас также в одноцветных оттеночках, то есть просто однотонные оттеночки, более приглушенные. Ее можно использовать для пиджаков, для жакетов или юбок. Синтетическая и, возможно, будет электризоваться. Плотная подкладка. Есть вот такие вот оттеночки у нас. Также у нас есть хорошая ткань пуходержащая блока. Это подкладочная ткань для пуховиков. Если вы шьете именно пуховик с наполнением перышек пуха, то очень хорошо использовать именно такую ткань, такую подкладку, потому что у нее есть прослойка, которая задерживает пух. То есть ваши перышки, они не вылазят потом из изделия. Вот такая ткань тафта, ее можно использовать тоже в качестве подкладки или же на отдельное изделие, например, на платье, на юбку. Вот она такая очень необычная и шуршащая. Также есть у нас плательная подкладка, то есть она очень мягкая, приятная на ощупь. И такой эффект небольшой, как будто бархатистости у нее присутствует. Она не просвечивает. И ее хорошо как раз использовать для юбок, для платьев, легких каких-то изделий. Пока цветовой ассортимент уже остался вот такой. Также есть вот такая трикотажная подкладка черного цвета. Она может немного просвечивать. И немного тянется. Хорошо для трикотажных тканей. Также есть у нас итальянская подкладка. Очень красивый оттенок, благородный. Красиво будет смотреться на пиджаках, пальто. Это изнанка, а лицо такое глянцевое. Красивый цвет. И вот такая вот оливка. Также у нас есть вот такая подкладка, тоже очень эффектно смотрится, красиво. Насыщенный яркий синий цвет. Она довольно плотная, одинаковая с двух сторон, не просвечивает. Вот ее отлично использовать для пошива пиджаков. Например, карманы в брючках тоже уплотнять. Красиво очень выглядит вот такая. Есть еще подкладка с вискозой. Вот это. Красивые оттеночки. Здесь вискоза, полиэстер. Есть еще вот такая подкладка с вискозой. Тоже очень приятная на ощупь. И она плотная. Она плотная, просто так не порвется. Если вы ищете именно плотную подкладку, которую хорошо использовать для пиджаков, для пальто, то вот она как раз подойдет. Такие красивые оттеночки. И черная есть. Это весь ассортимент в торговом центре столицы. У нас также есть подкладочные ткани на Машерова 10. Там ассортимент немного больше. Можете посмотреть еще на сайте предварительно. Приезжайте к нам.